Друзья, всех приветствую. Друг принес турбину, будем тестить сейчас ее. Это уже настоящий турбореактивный двигатель. Компрессор здесь выполнен точно по такому же принципу, как и у меня. Только он немножко компактнее, меньше, легче. Весит 300 кило, по-моему, да? Вот. Так что есть фабричные варианты подобные, но турбина у меня другая. Здесь турбина, как вы видите, осевая, но я такую найти не смог, к сожалению, пока. Как смогу, так сделаю такой же подобный двигатель, который я вам уже упоминал, начинал делать, и он у меня на там, 30% готов. В общем, разбавили маслом, уже пахнет здесь керосином. Че, ну синее что ли масло? И будем стартовать. То есть вот она, та самая электроника. Это управляющий модуль. Ну а вот сам компьютер. Это насосик, фильтр или обратный клапан. Что это? Соленоиды маленькие. Вот, все модельное, все маленькое, легенькое. Ну такие дела. Осталось только запустить. Сейчас посмотрим, как будет выглядеть этот процесс. Разъемчики вот такие, нехило бы тоже бы. О, глянь, твердая трубочка такая. Затвердела, да, со временем? Наверное. А потом начинаешь пользоваться, размягчаются адски. Это обратный клапан или фильтрик такой фильтрик маленький? Фильтрик, по-моему, там. Какая, чё? О, питание на приемник, питание на турбину. На насос, на турбину, насос. Да? На компьютер, на все, да? То, что вздутые вот они, ничего? Ну, сколько на них еще можно? Не знаю. У меня сразу вот настроение пропадает, когда они вздуваются. О, заработал компьютер. Так, пошел газ потихоньку. Уже ногой уже сразу, да? Давай я, может, тоже. Так, надо вот тут. И главное не испугаться. Моща, друзья, жесть! Камни в морду летят! А мы ж не попробовали на 80, как она будет? На 70, то есть. Чё? Красота. Слушай, ну моща адовая просто. Да, да, да. Просто адовая. Видишь, нету никакой вибрации абсолютно. Не, ну вот... Ну это двигатель, да, да, это двигатель. Это он сам сейчас охлаждает его, да? Поддает. Керос вышел? Да. Ну, на полном газу за минуту, вот, нет, за 2 минуты должен эту бутылку
вырабатывает. Это ты максимальные обороты давал, да? 138 тысяч я уже. 140 даже? А, ну ты округляешь, ну да. Выставлено 140 тысяч. Ну, а я бы его и подержал, как он расходится. Можно буду держать? Да подожди, он раскрутится. Да сразу, чтобы он пока не раскрутился. Да. Потом его не знаешь, как брать. Он, блин, поливает. Надеюсь, удержу. Там уже все, да, там трубка уже. Вот так вот, ребят, столько всего надо, чтобы запускался в автомате движочек. Подержал я его в руках, ощутил тягу 8 килограмм. Да, конечно, жесткая техника. И вот он начинает тягу отдавать, именно этот двигатель. Где-то 65 тысяч особо не чувствуется. Потом 70, уже сразу резко прибавка идет. А дальше уже по нарастающей. Все больше, 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 больше. Вот такие вот дела. Интересные. В общем, кому такой обзорчик понравился, подписывайтесь на канал. Поддержите лайками. Всех благодарю за внимание и всем пока.